Центр инклюзивного развития и творчества ДОС начал прием документов с начала этого года. Процесс поступления состоит из двух этапов. С этой целью в органы социального обслуживания или центры ДОС, наряду с документом, удостоверяющим личность, необходимо также в фото- или видеоформате предоставить материалы, подтверждающие талант человека. После этого документы проверяются и передаются в сам центр, где комиссия в очном порядке оценивает способности и таланты человека. Уже около 150 документов находятся на рассмотрении. Всего в настоящее время в Центре инклюзивного развития и творчества ДОСТ проходит обучение 50 человек. В центре также создана библиотека. Здесь имеются книги, написанные азбукой Брайля, для развития художественного творчества лиц с нарушением зрения. Если вы посмотрите то, что, какие они были в конце прошлого года и какие они сейчас, вы увидите большую разницу. Люди, то, что мы называем арт-реабилитацией, люди, получающие вот эту помощь от нас, они реально получают эту реабилитацию, они реально развивают свои таланты. Мы проводим с ними общую психосоциальную реабилитационную работу и занимаемся трудовым обучением. В настоящее время мы находимся на стадии оценивания их так называемых отчетов. Через некоторое время они будут повторно оценены, и по окончании процесса обучения и реабилитации тем, кто успешно завершит курс, будет предоставлен сертификат о возможности устроиться на работу. В центре, работающем с декабря прошлого года, проводится обучение по 12 специальностям. И первая группа уже имеет определенные результаты. Так, несколько посетителей центра примут участие в международном конкурсе, который пройдет в этом году в Москве. Мы здесь обучаем детей и людей, те, кто хочет обучиться гончарному мастерству. И мы начинаем здесь проводить разные техникам, обучаем. Первый урок у нас проходит так, что они только знакомятся с материалом. А после этого мы начинаем сажать их за гончарный круг или же ручной лепки тоже обучаем. Стараемся, чтобы они раскрыли свои возможности в разных сферах. Здесь и эстрадники есть, и классические вокалисты тоже есть, и другие вот сферы. Зависит от того, что какой вкус у ребенка. Это актовый зал. Здесь созданы все условия для проведения различных праздничных мероприятий и показов фильмов. Центр помогает детям реализовать свои мечты. Я здесь занимаюсь уже месяц. Моей детской мечтой было сниматься в кино и играть в театре. Хочу быть знаменитым. Актерскому мастерству здесь меня обучают педагоги. Я всегда мечтал стать фотографом. В процессе обучения я быстро все схватывал. И вот я фотограф. В студии резьбы по металлу и дереву проводится обучение искусству художественной резьбы по дереву, металлу, камню. Здесь демонстрируются музыкальные инструменты, скульптурные композиции, различные фигурки, изготовленные при помощи резьбы по дереву. Меня и раньше интересовало искусство резьбы. Я всегда хотела заниматься этим делом. Потом я узнала, что создан такой центр. Я подала заявку и была принята. Теперь обучаюсь секретам этого искусства. Меня интересуют многие области. Пока что пробую себя в живописи, а это моя первая работа. Когда я здесь, то чувствую себя очень хорошо. Если я много напряжен, то рисую и сразу успокаиваюсь. В дальнейшем центр планирует увеличить количество специальностей и привлечь еще больше посетителей в свои ряды. Фидан Бабаева, Урфан Алиев, Заур Гусейнов, новости АСТВ.